Орден Трудовой Славы – единственный из советских наград, имеющих разделение на три степени. По статусу и порядку награждения Орден Трудовой Славы соответствует Боевому Ордену Славы. Лидия Семеновна Гадалова, доярка совхоза имени Ленина, полный кавалер этого государственного знака, рассказывает Людмила Медведева. Лидия Семеновна Гадалова родилась в августе 1929 года в простой крестьянской семье. Так случилось, что ее матери пришлось воспитывать одной пятерых детей. И вот она нас вырастила всех, всех поженила, сейчас они все у меня умерли. Осталась я одна. Юная Лида рано пошла работать, а тут еще и война началась. Я пошла работать с 14 лет дояркой. А так в войну мы работали с женщинами, молотили, бывало, бомбят, а мы под бомбежкой. Вот. Хотя у нас, конечно, немца не было, мы его не видели, а бомбежка-то была у нас. Война закончилась, люди приступили к мирному труду. И вместе с ними Лидия Семеновна, теперь уже 17-летняя девушка. 14 лет она проработала дояркой в колхозе имени Мичурина. Затем был совхоз имени Ленина, где она 36 лет доила коров на Мильковской ферме. Сейчас этой фермы уже нет, но тогда, когда она пришла, ее сначала взяли птичницей, ферма была старая и в плохом состоянии. Деревянные усы. И такая, все вручную делали, и корма таскали, и опилки, и, ну, все вручную. И руками доили. У нас тогда было по 8, по 10 коров. Сами отелы принимали. Бывало, скотница бежит, стучит в окно, корова телится. Бежим с коровкой, отелы принимаем. К тому времени Лидия Семеновна вышла замуж за шофера того же хозяйства, Гадалова Александра. Сосватали, да. И прожили мы с ним 46 лет. Тетка моя родная сосватала нас, он из Милькова, вот из этого дома. Труд доярки очень тяжелый. Три раза в день надо подоить корову. При этом сама же доярка и должна накормить животное. Да не просто, надо смесь делать, заготовки которой лежат на улице. Меня спасал муж мой. Он очень мне помогал. И корма мне приходит, бывало, с работы приедет. Саша, отдыхай, миленькая, отдыхай, я одна. Он ни в коем случае, он со мной на скотной. Вручную все таскали с улицы. У нас была ферма, она помещение нам ничего не возили, все на улице. И силос, и отжим, и дробина, все на улице. С улицы мы все носили. Ведрами, корзину, вручную. Со временем на ферме стали внедряться новые технологии, и в том числе машинная дойка. И стали мы на моей группе обучать, как доить коров, как подключать. Сначала-то они, конечно, плохо отдавали, но массаж делали, массажировали их коров. Ну, сначала массажируем, а потом подключаем. Вымоем, помоем теплой водой и подключаем. Все нормально. Лидия Семеновна первой освоила машинную дойку, надаивала от каждой коровы своей группы по 6 тысяч килограммов молока. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1975 году ее награждают орденом Трудовой Славы третьей степени, затем тем же указом спустя время орденом второй степени. И уже в 83-м за долголетнюю безупречную работу в одном хозяйстве орденом первой степени. Лидия Семеновна вырастила двух дочерей, которые пошли по ее стопам. Они тоже доярки. От матери переняли все лучшие качества. Она добрая, отзывчивая. Вот. И такое качество, которое, ну, добросовестное. Вот. Она и нас-то научила этому всему, вот этим качествам. Поэтому плохо работать у нас не получается. Может быть... Как там, ну, некоторые, может быть, там, ну, день прошел, и слава богу, у нас не получается это. Лидия Семеновна Гадалова – одна из трех героев Ленинского района, имеющая орден трудовой славы трех степеней. Сейчас ей 85. Кроме дочерей, у нее 6 внуков и 7 правнуков. Так что жизнь идет своим чередом. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.